Как выяснилось, вьетнамцы очень спортивный народ. Сейчас примерно 6 часов вечера, и все на улицах вышли заниматься спортом. Здесь играют в бадминтон, а здесь играют какую-то очень странную игру. Мы думали сначала, что это тоже типа бадминтона, но играют они без ракеток, отбивают ногами валанчик. Оп, бежал народ. Дети играют в низкой площадке, кто-то просто ходит. А в другом парке мы увидели специально отдельно стоящие тренажеры, вкопанные в землю, на которых сейчас тоже активно люди тренируются. Вот опять бегуны. Молодцы они.